Всем привет, канал Belarusian Leon. Машина Audi A6, C6 Restyling. Сейчас хочу поменять себе карту двери. Видео, как поменять карты, полное, есть у меня на канале. Ссылку оставлю в описании. Сейчас видео о том, как поменять динамик непосредственно. Динамик-пищалку в задней двери. Нигде видео в интернете и фотоотчетов я не нашел, поэтому снимаю видео. На нем никаких болтов нет, он как бы немного прокручивается. Чтобы его снять, нужно вот здесь фиксаторы, отверткой надавить на них надо. Один. И второй фиксатор с другой стороны. Один в одну сторону, второй в другую. Тогда он поворачивается. Вот динамик достал. Таким же образом его будем ставить обратно. Просто защелкиваем. Вот и все. Если вам видео было полезное, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Belarusian Leon. До новых встреч. Всем пока.